Это дорога Варшинцева. Асфальт укатывает по полной. Участок этот телецентр партизанский. Вот наша достопримечательность. Герои нашей Великой Отечественной. Партизанам памятник. Сейчас быстренько спущусь, покажу вход в каменоломни. Ну хорошо же, решетка стоит. Здесь столько ребят тоже пропадало. По несколько дней искали. Они огромные, эти каменоломни. У меня знакомые тоже пацаны из Героевки спустились здесь. Потом их несколько дней искали. Они оказались где-то возле выхода были. Это партизанский. Почему так и называется?